Неспешно отступали, оставили нам на память, назовем это так, карту, рабочую карту командира 1-го ПДВ, 1-го ПДР, 1 ПДБ, войсковой, у них П все, войсковой части 33-842. Есть ее номер и масштаб, вот сейчас я показываю. Если обратите внимание, карта секретная. У нее есть определенный регистрационный номер. То есть изначально вот эти документы говорят о том, или вернее отметки говорят о том, что она пакетировалась и выдавалась определенным лицам. Здесь также в ходе осмотра мы обнаружили, смотрите, разноска, это у нас называется сзади, вот внизу, только сколько экземпляров изготавливается. И примечательно, там дата 14.02.2022 года, то есть за 10 дней до нападения. Видите, изготовлено 2 экземпляра. Я думаю, первый мы держим в руках, второй в Пентагон был отослан сразу. Я думаю, у них там так все работает секретно. И вот такая вот карта. На этой карте хочу вам обозначить... Есть часть Киева, вы сейчас увидите, часть Киева и соответствующие написания подразделений, которые были должны заходить в Киев, сооружать блокпосты. Это для ориентирования аэропорт Гостомель, как они должны были его захватить и оборонять. Здесь есть обозначение деятельности ДРГ, где должны быть. Здесь есть воздушная поддержка самолетом. И здесь есть расставление блокпостов. Вот вплоть до, сейчас я вам скажу, здесь есть и аэропорт Джуляны. Точно так они обозначают, что они его захватывают, какие подразделения. Вот они все перерезают и вплоть до Днепра. То есть у человека, который получил эту карту, задача у командира была именно блокировать западную часть или северно-западную, ну больше, наверное, западную, немного юга, расставить блокпосты по Киеву. Вы помните, что вот тут Гостомель, еще чуть они взяли Бучу, в Ирпене они уже начали получать, и на этом все закончилось. Да. То есть, еще раз говорю, здесь обозначены конкретные подразделения, которые принимали в этом участие и блокировали Киев. Судя по описанию, это больше полицейские силы, они рассчитывали на то, что военной техникой должны были все испугаться, и они за счет полицейских спецподразделений контролировать город. Вот тут даже отмечены и наша Академия Министерства внутренних дел, и Министерство обороны, все они это поотмечали, каким образом, с ДРГ, все это на карте будет видно.